Итак, делишки, ребятишки, с вами снова Эгистон. Добро пожаловать в новую серию Рук, где сегодня вместе с вами мы будем... Ну шо, собака, ты опять тут, а? Ребят, я... Подожди, пожалуйста. Чё тебе надо, ёпта? Подожди, пожалуйста, вот секунду, пожалуйста, подожди. Ну хорошо. Ребята, давайте, пожалуйста, мы в этой серии сделаем перемирие. Пожалуйста, вот смотрите, вот ты же любишь лайки. Ну да, люблю, а шо? Ребята, вот смотрите, пожалуйста, давайте мы на этой серии наберем, ну хотя бы 25-30 тысяч лайков. Вот смотри, если на этой серии мы наберем хотя бы 25-30, давай 30 тысяч лайков, ты меня бить не будешь? Ну, хорошо, вот если на этой серии мы сейчас наберем 30 тысяч лайков, я этого дебила больше бить не буду. Окей? Пожалуйста, ставь лайк, прям сейчас он меня бить не будет, хорошо? Вот, хорошо. Ну а пока вы ставите лайки, мне с тобой нужно поговорить. Иди сюда. Нет, так мы же договорились. Да, договорились. Иди сюда. Нет. А вы ставьте лайки, я его буду держать в плену. Ставь лайк, и я его выпущу. Если ты лайк поставишь, выпущу, да. Наверное. Ставь лайк. Ну что ты, собака? Настал тот момент, Игорь и Жека, когда мы сразимся на калашах. Все, давай, готов. Подождите, а кто где? Я должен вначале понять. Давайте, я не вижу. Вот смотри, я махаю ручкой. Пэ-пэ-пэ. Нет. А я перед тобой сижу, Жека, прям перед тобой. Игорь слева. А ты фа-фа-фа. Я нажимаю. О, господи. Калаши. Ой, готовьтесь, парни, готовьтесь. Магазина, пацаны. Так и должно быть. А надо их в сторону, да, отложить несколько. Подожди, лайфхак расскажу, Игорь. Ага, давай. Игорь, даже. Ну, мы за своими лайфхаками тебе не доверяю. Так и надо с ними, Игорь, он тебе 100% соврет. А как, короче, надо просто сейчас магазин, да, вставить? Да, просто берешь и вставляешь. Давай! Как в реальной жизни? Просто берешь, вставляешь, там ничего сложного. Он не вставляется. Ты так же в жизни вставляешь? Ой-о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 й-
представлением. У тебя все сложно, ты меня уже убивал с калаша, я даже ни разу не стрелял. А, все, вот как, я вставил. Как большой пальчик обдергать, пацаны? Пробел. Ага, пробел, значит, берем. Берем вот так вот. Да сраный автомат. Так, Эдисон, у меня пальцы не смыкаются, что делать? У меня рука кончена. Вот важно, что у меня пальцы не смыкаются вместе. Как мне взять и... А ты просто большим пальцем дерни. А ты реально большим пальцем? Да, я большим пальцем сейчас пытаюсь. Подожди. Ты просто типа цепляешь. Да, я просто цепляю на себя тяну, да. Ну, конечно. Цепляешь, что ты цепляешь? Цепляю затвор, который... Там резко надо, Эдисон. Ну так и резко цепляй! Собака! Цепляю, чтобы затвор передернуть, нужно снять с предохранителя, понимаете? Сняли с предохранителя. Ой-ой-ой-ой-ой. Идите вам в сраку, два дебила, предохранитель мешает затвору. Эйсон, ты служил? Что за хрень? Что за хрень? Что такое? У меня автомат живой, просто от меня пополз, как змея какая-то вперед, он упал вниз. Я предохранитель, помогите. Ну так тебе и надо. Пацаны, у меня гип... О-о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 -
Я не виноват. Можно сказать, какой предохранитель? Я не понимаю, Как тебя дернуть, говно? Дерни тебе что-нибудь. Игорь, ты что стреляешь? Нам жопа. Нам жопа. Да, Игорь, это ты случайно выстрелил. Кто стреляет, скажите мне хотя бы. Ну не признайтесь. Это Эдисон, понятно же. Он по мне стреляет. Эдисон, как ты дернул? Как обычный, здоровый, полноценный мужчина. Куда он летает? У тебя он стреляет, Игорь, или ты ничего не перейдет? Да ни хрена он. Так, я буду смотреть туториал, как это стрелять. Минус ван, минус ван, пацаны. Так, хорошо, Игорь. Так, а ты передернул? Ой, да, я сейчас, короче, посмотрел туториал, да, там уже я понял, что делать. А как дернуть, скажи, из затвора? А так нужно резко, так рукой, пыж, пыж, вот так вот. Берешь и дернешь. Давай, Игорь. Ха! Ра-ра-ра-ри-ра-ру, нет патронов!
Игорь, так, ты победил, Игорь. Да нет, у меня вообще уже нет патронов. Наклацает. Я уже не могу понять, что я наклацал. Дурак, Эдисон. Как это хз... Зашибись, у меня нет патронов. Почему, Игорь? Ты выбрал такой неудобный. Я застрелю. Ой, под все магазины. Зарядил. Почему он выбрал такую неудобную позицию слева от меня? Ня-ня-ня-ня-ня. Так, прекрасно, просто прекрасно. Игорь, смотри. Я сейчас дергаю. Да подожди ты, да я дерну. Смотри на меня, как я дергаю. Смотри, да твою мать. Будешь сам, я тебе что, извращение? Затвор дергаю, дебил! В чем ты думаешь? Так, ну хорошо, спустя полчаса идем. У вас это да, длится тут пару минут, а мы уже тут полчаса снимаем эту хрень, первый уровень. Как этой хренью управлять вообще? Господи, пожалуйста. Я не могу в курок палец. Это я стреляю или кто? Нет, это я не стреляю по тебе. Давай там. А чё он у меня опять не стреляет? Я не понимаю! Он не стреляет теперь опять, Эдис. Что, опять передергивать надо? Все, у меня нет патронов! Можно Игоря пересадить, пожалуйста, на место Жеки? Пожалуй, вот туда. Вот туда. Я все, я не могу. У нас 20 минут, один странный раунд, первый идет. Мне походу надо еще раз перебегать на сегодня, понимаете? У меня стресс, мне надо. Ты видишь, если он стоит и там и стоит. Во-во-во-во-во-во! Куда мой автомат улетел? Нифига, у тебя прям в здание, он летит, он летит в столб. Он до сих пор летит. Че это? Ты это видишь, Жека? Да, я видел, я вообще всю карту вижу, да, он до сих пор летит. Странная хрень. Силой мысли. Почему он не стреляет? Я передернул. Все, должно быть. Все, ничья, заколебай. Все, ничья, рестарт. А может у меня магазин пустой? Все, поехали. Да ну дебил, я только все настроил. Да. Нажимайте свою... Вот знаете что, вот посмотрите, вот тут есть подсказка на предыдущий ролик. Посмотрите предыдущий ролик, нажмите на подсказку и скажите, что вам больше нравится, пистолетики или автоматы? Какая-то музыка тут арабская. И напишите в комментариях, что вам больше нравится, пистолет или автоматы. У меня автомат! Что с ним? Что с ним? Автомат, да, мы знаем, мы сейчас автомат. Не-не-не-не-не, он короче сумасшедший. Он пытается себя убить. Я тебе реально говорю, он сопротивляется. Сейчас мы берем немножко, поворачиваем вот туда. Ага. Ты можешь этот раз Игоря убивать, пожалуйста? Не-не-не, подожди, я вообще тут не разбираюсь. Просто у меня проблема, у меня калаш меня атакует. Я еще, я даже не могу, не зарядил его еще. Ай! Я случайно, пацаны. А, зашибись, у меня калаш летает в воздухе, смотри. Ты видишь это? Да. Все, у меня он улетел, он просто взял и улетел. Я обожаю это, обожаю. Он просто взял и улетел, все, у меня нет калаша. Что ты по моим магазинам стреляешь? Не стреляй по моим магазинам. Держи магазин! Упал. Нет патронов, нет ничего в этой жизни, счастья тоже нет. Я беру второй магазин, вторая бутылка розового вина. Нет, я кого-то должен убить в этой серии. Еще раз. Нет, у меня АК-47 тоже нет. А что тогда передергиваешь? А, все, не отвечай. Хорошо, извини, Жек. Типа, я не знаю. Нет, личная информация. Не отвлекай меня, у меня тут важные дела. Да, да. То я уже тут, у меня рука устала передергивать. Не работает! А, да! Полетел я. Мазохист. Бау! Я один раз выстрелил, у меня патроны кончились. Я террорист, не трогай меня, то это убью. Как эту фиготню направить в нужную цель? Давай. Да он не стреляет, я вот все сделал правильно, не стреляет. А, не стреляет, да? Да. Куда он вылетел? Куда?
Так, ладно. Может, просроченный магаз? Так, надо проверить, есть в нем патроны. Так, нахрен этот магазин, он мне не нужен, он меня подвел. Дебил. Выкидывай, выкидывай. Так, магазина все равно достать не могу. Давайте сюда, давайте сюда. Давайте сюда. Как? Жопа об косяк, все, понятно, для льва. Слушай, я не понимаю, честно. Эсэн, мы в Афганистане, давай, мужик! Давай, Эсэн! Ты должен свинец есть просто на завтрак, давай! Давай, Эсэн, шо ты? Ага, стреляешь по мне, я уворачиваюсь, хоп, хоп! Нео, нео! Шо такие? Зубами пули ловлю, смотри! Слушай, я в этого лысого никогда не попаду, он слишком под углом таким находится. Я нет, я себя не вижу, поэтому не лысый. Иди ты в сраку, а. Всё, нет патронов, иди нахрен с этими кол... О, смотрите, магия, это я магией управляю, смотри. Уличная магия. Уличная. Смотрите. Игорь. Эйсон, он улетает. Я. Жека, лови, я тебе бросаю. Ты в курсе магии вне Хогвартса запрещено. Я случайно, пацаны, я не хотел, случайно получил. Возвращайся Эйсон, сюда. Эйсон, ты можешь мой вот этот, притарабанить мне автомат, чтобы подвинуть чуть-чуть мой магазин? Сейчас, я свой отправлю Жеке, сейчас. Я ураган просто закручу, давай, Жека. Ооо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 . Почему я ринул, не могу достать магазин? Наполовину ящика. Иди сюда, миленький, вернись ко мне в ручку, вернись к папочке в ручку. Ах, сука. Пацаны, я не знаю, что делать. Честно, давайте мы сделаем так. Давайте все в комментариях просто напишут, что вы хотите. Или пистолетики, или автоматчики. А вы знали, пошли, что там еще есть гранаты? Гранаты там еще есть. Давайте ходите, покидаем. Давайте мы покидаем их в следующей серии, если, конечно, она будет. А вы ставьте лайкосики прямо сейчас, подписывайтесь на наши все каналы. Надеюсь, то, что... Вы хотите следующую серию, поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Привет. Где же фак дебила кусок?